Согласно хадису, приведенному в 7-м томе сборника Сахих аль-Бухари, под номером 5090, а также в 4-м сборнике Сахих Муслим, в хадисе под номером 3635, этот хадис из класса аль-Мутавафак алей, то есть хадис, который приводится и в Сахих аль-Бухари, и в Сахих Муслим, согласно преданию от Абу Хурейры, наш любимый пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, что невесту выбирают по 4 характеристикам. По материальному достатку, по знатности происхождения, по красоте и по религиозности. Выбирайте же по религиозности. В этом хадисе пророк нам говорит, что девушку выбирают по 4 качествам. Первое качество – это материальный достаток. Второе – знатность происхождения. Третье – красота. И четвертое – религиозность. Лучший показатель – это ее религиозность. Выбирайте набожную супругу.